площадку. И там вот этот остров разбитых сердец, где Катуню так вот его одевают, на эту часть, нам там легенды красиво рассказывали. Вот, много чего там наслушались интересного. Я бы мечтала туда поехать. И я когда это увидела, вот эта долина, а Катунь как раз мы ездили в конце августа, она бирюзового, ярко-бирюзового цвета становится, как раз краску набирает. Вот. И я когда это увидела сверху, зеленый вот этот простор, просто горы по краям, так два хребта, и посередине вот это Катунь и остров, и я реально, у меня аж слезы потекли, то есть так классно. Да все, да все, да все.